Опа. Ого! Как... Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Радекс, Дарк Драгон, Серега, пацаны, поздоровайтесь! Всем приветики, омлетики! Всем здорово! Здравствуйте, моряки! Сегодня мы скачали очень классные постройки в игре Scrap Mechanic, поэтому, если опять текущий приятного аппетита, а у нас сегодня обзор на ракеты и летающие постройки. Погнали! Первая постройка называется Flying Machine 06. Я лучше отойду. Так, пацаны, проверяем. Серега, ты ж мастер, да, в технике? А ну-ка, рассказывай, как тебе техника? О, оно ну есть. Это на самом деле не летающие машины. Это оно не летает? Они, ну, это сани. Не, летают. Не, летают, Серега, красиво. Блин, за тобой такая прям пыль стоит, это очень эпично. Все, ребята, как... если вы хотите поддержать, поставьте 2000 лайков, мы увидим, что вам интересно. И мы будем, как и раньше, снимать эту игру на мой канал, Scrap Mechanic, и очень веселые режимы и постройки. Серега, ну на максимальной скорости пролетела земля. Давай, Дим, садись. О, это, давай. Возьми это сиденье, поставь и ко мне давай. Знаете, что я сделаю? Я свою машину поставлю. О! Подождите. Так. Нифига себе ты летишь. Серега, нормальная скорость-то. Пацанам вернемся первый, только. Офигеть. Мне кажется, добавили прорисовку. Раньше не было так далеко видно, как сейчас. И травы добавили. Более так плоская карта стала такая более живой, что ли. Серега, осторожно, новая же машина. Так, Серега, теперь тест. Только никто, пацаны, не мешайте. Очень осторожно. Проверяем, сможет ли эта машина поднять бомбу. О, да, всё. Серега, взлетай. Поехал. Она не тянет, да, Сережечка? Нет. Ой, вот так вот. Все, надо сзаду было. Прощай. Ого, нифига себе расфигачило. Так далеко бьет, что ли? Хорошо, следующая построечка, ребята. Давайте будем прям чередовать, чтобы было интересно. Ракету поставим. Ой-ой-ой. Отойдите, отойдите только. Запускай. Ого, тихо, легче, осторожно. О, да ты поломал. Ой. Ракету. Полетела. Офигеть, какая она скоростная. Офигеть, и улетел. Где? Вон, это смотри, стык мне падает. Из трех частей. Бдыщ. Ого, ни хрена себе. Нифига себе, вон Радекс. Бум. Может еще раз эту ракету поставить или другую лучше уже? Не, давай другую. Давай. Поехали. Ого. Вот это поярче, да, ребята, вариантик прям это будет? Это намного ярче, я иду. Я тоже, пацаны, только давайте не нажимайте, ничего, все вместе, хорошо? Давай, Серёга, я застрял. Потому что нельзя спешить и падать нельзя. А где на неё сидит? Так, подождите, а как? Подожди, может как-то лифт можно нажать вызвать? Во! Давай. Отлично, а это, вот еще лифт выше. Так, а что, не едет? А не, вот. Нет, это не то. Да не ломайте вот ракету новую. Ой. Ой-ой-ой. Открепили мы ее. Так. Это рано. А что там? Ой, два дебила эта сила. Так, я упал. Туда, наверное, все не влезу, да? Один только может, да. Ну давайте, запускайте. Блин, хотелось бы ракету мощную, хотелось бы, знаете, чтобы на нее бомб нацепить потом и запустить ее. А вот есть кнопка. О, полетела. Ого. А мешает штыкой. А, надо убрать, да, что-то удалить. Ой, улетела. Ой, вот, ну это фигня вам мешает. А что случилось? Ты же забудешь эту хрень убрать. Ну блин, не надо хрень говорить, пожалуйста, хорошо? Фигню. Сейчас взорвется красиво. Блин, раньше не подлагивало, сейчас подлагивает почему. Следующая у нас постройка, пацаны, вам должна понравиться. Отойдите все только подальше. Вертолёбус. Вертолёбус, а что это за слово такое, Серега? Это обобус. Офигенная, эпичная постройка. Мне нравится очень она. Я внутри, давайте. Только подожди, Серега, я же слышу, ты движок запустил. Так, да, я с тобой. Десантура поехала. Ого, он мощный. Давай, Сережечка. Ты умеешь управлять этой техникой? Пытаюсь. Да я вижу, ты не то нажал. Наверное, надо было взлететь сначала, а потом нажать. Что-то мощи, Серега, не хватает. Ну подожди, Серега. Жирные. Нормально. Да какой жирный, мы худые, ничего не ели утро.
Глуши вот. Движки, а не, нормально все. О, нифига, 4. Давай их назад ставь вертикально, высоко, чтобы они светили. Во-во-во, вот так, взлетаем. Так, ждем. Давай, на всю, там же много кнопок, да, Серега, наверное? Да. Надо разобраться, как взлетать чисто. Я хочу, чтобы мы высоко взлетели все вместе. Я пытаюсь. Ты сможешь, Серега, я в тебя верю. Не, он сможет, это же профессионал. Сейчас, сейчас, сейчас. Он разберется. Так, ого, сигнал у тебя. Дебелый. Сейчас мы вылезли, все. О, как я вылез, все, полетели вы. Я же говорил, что... Давай, давай, Серега. О, я могу выйти. Нифига вылететь. Так, давай сделаем небольшую аварию. Представь, вот у нас, допустим, взрывается канистра с топливом. Опа. Ого. Всё. Как красиво. Смотрите, смотрите, как красиво, да, как в фильме. Ям, бум. Офигеть. Серега, еще рабочий? Рабочий. О, еще эпично как. Это круто. Точно фильм снимали. Да, 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 да. Так, Серега, мы тебе поможем сейчас. О, эй, нельзя лагать, не вылетай. О, просчиталось. Любовь. Хорошо, наверное, постройка была прям мега, что ли, там большая, или много механизмов. Механизмов очень много, Дим. Ну что, Серега, сейчас вообще ты не скажешь, что это летающая машина. Это машина времени. Да? Ой, что-то лагает она у меня. О, потому что механизм много. Очень много механизмов. Давайте мы тогда ее красиво взорвем, раз она такая механическая вся. Ого. Ого, что, все не разорвалась, что ли? Кабак у тебя. Нифига себе, она мощная. Еще разочек. Против лома нет приема. Хорошо, сегодня накачал я мегапостройки, которые хотел перегнуть Смогает. Палку. Ну да, это же скраб-механик. Это же... О, я знаю, это краб. О, прикольно. Вот сзади. Можно я поуправляю сегодня им, хлопцы? Давай, 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 давай. Хочу показать, как я умею. Давай, Дима. Я же наполовину псих. Во, Дима, так. Давай. Так, садись. Отлично, стабилизация включена успешно. А может, ты закрыл уже все. Взлетаем, ребята. Автоматически, видишь, стабилизация? Само подрулевывает. Я выпал из этого корабля вонючего. Серега, мы приземляемся. Стабилизация включена. Ты как прикольно приземляется он, Серега. Да-да-да. Радокс, тем временем что-то на корабле. Садись, садись, Сережечка. А, ты застрял? Там кнопка. Получается? Так, давайте. Так, подожди. О, сидушка. Всё, офигенно, внутри сделано, прямо камерой пролететь. Ну что, взлетаем. Полетели. Полетели в самый верх. О, нифига она тянет четверых. Ни пулеметов, ничего не... А что вы выпадаете постоянно? А я понял, почему. Ого, смотрите, ускоритель полетел. Короче, у всех залагало. Вот это корабль. Кусок лагающего корабля. Так, надо, короче, взорвать эту часть как-то. Останови. Отлично. О. Так, ну что, сегодня, как всегда, я переборщил с постройкой. Мега постройки. Так, сегодня сейчас будет очень простая постройка, будет очень. Когда Дима говорит очень простая, это очень большая. Ого, что это за летающий ковер самолет такой ускорительный? Пока. Арабская, ну... Ого, офигенно, да, смотрится? Какой-то как... Инопришеленец. Инопришеленец. Классное слайд-шоу. Так, хорошо, давайте другое поставим. Так, что нам еще поставить, ребята? Есть еще на закуску у нас. Серега, смотри, что есть. Что там, что там? Что это такое, вообще непонятно. Ого. Red Dragon, что это? Не знаю. О, как это ракета. Нифига себе, она мощная. Дим, поставь еще. Подожди. Мне кажется, она взорвется там. Да, взорвалась. Дим, поставь, я хочу, что хочешь сделать. А, кое-что хочешь сделать? Давай. Давай. А, сиденье поставить? Да. Сейчас давай. Смотришь. Ладно, давай, запускай. А где ты нажал здесь кнопку? Я не вижу. Во-во-во, полетели. Пока, друзья. Большая скорость? Бди. Земля в иллюминаторе. Вот такая есть. О боже. Да, это что-то такое.
Непонятно. Вау. Но зато рабочая. Посмотрим, взорвется в небе или нет. Мне кажется, там была взрывчатка какая-то. Красиво, да, полетела? Летит, все. Застряла. Уперлась, да? А, нет. Нифига себе, она улетела. О, все, как будто звезда видно. Не, да-да-да-да, вижу. Ну ладно, пусть звезда летает. Так, вот такое что-то есть. Серега, где ты? Я здесь. Смотри, это твое любимое что-то поставил. Ем. Ого, падают осколки, смотрите, с ракеты. Она разломалась, значит. Нет, я, это я сломал блок, тому так было. А, понял, понял. Так, как в нее сесть, вижу. Так, подождите, одену, открылась. Здесь. Не хочешь, я покажу, сейчас, сейчас найму это один. Ох, нифига себе, даже порог выезжает. А ты видишь, да, вот ты приехал, сел, да, Дим? Вот так, видишь, я прикрепил. Дворники. Фигни? Видишь, я фигню прикрепил? Да. Убираю, бат. Понял. Так, смотри, это что у нас сейчас будет? Это не то. О, ракета, о, смотри! Выезжать сейчас будет, наверное. Вот, да. Ух ты! А как это называют? Машины, я забыл. Я не знаю. А ракеты самой-то нету. Нет Чернобог. Ракеты. Это Чернобог, вспомнил его. Нету ракеты. Можно добавить потом. Да, надо, получается, качать, наверное, или что-то такое. Нет, можно просто добавить такие, которые ты запускал. Дичь. Бум! Я вспомню, что за машина. Это Чернобог, наверное. Вот такая есть ракета, смотрите. Ого, ого. Серега, как тебе ракета? Это что-то, как, знаете, более реалистичное, да, такое? А как нам подняться? Не посмотри. А, тут лифт должен, да, быть, Серега? А, через туалетные бачки подниматься. Ну давай, полетели. О, боже, как лагает. А где верх? А, разрав, ты что-то не продумал, что-то. Не, все есть. Вот я вылез. Открываем дверь. А нифига себе, там еще можно. Воу. Так, подождите, три. Это, ага, значит, центральное мое. Ну что, пацаны, вы готовы? Я сейчас буду отлетать. Первая кнопка. Что сделала? Ого. Вторая. Третья. Вторым. Здесь бомбу нельзя подрывать. Ого, я вместе с этой штукой, что ли, лечу? Да. Нифига себе мощь, ребята. Ты шустрый. О, а мы не отсоединили, мы летим с ней до сих пор. А, надо удалить самому. О, все, мы летим. Я улетел, ё-моё. Прощай, Дима. Да не, ребята, это вы сейчас будете прощаться. Я лечу. Вы полетели? Я лечу. Я вам не дам. Нет, не зацепил взрывом, не зацепил. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Delicious.